С триумфом из Усинска детско-юношеская окружная команда боксеров вернулась из города-побратима, где прошли матчевые встречи. И хоть уровень соревнований уступает престижному чемпионату по Северо-Западному федеральному округу, ребята выступили достойно. Техническим На ринге воспитанник боксерской секции лидера Даниил Дронов демонстрировал то, чему научился за 7 лет. Отработанную тактику, выносливость, умение определять силы соперника. Большая часть из 30 проведенных поединков была в его пользу. Нынешние соревнования в Усинске теперь тоже можно занести в копилку побед. Первое место в матчевой встрече для Даниила всего лишь мост для дальнейших побед. В Питере, Великий Новгород. Еще раз в Усинске был. В прошлом году был в Усинске и выиграл тоже. Какие у тебя вообще планы в этом виде спорта? Чего хочешь достичь? Какая у тебя план? Выиграть СЗФО, выиграть Россию. Встреча усинских и наринмарских боксеров уже традиция. В них определяется командный уровень подготовки спортсменов. 12 участников от каждого города, 12 поединков. Этот год, как и прошлый, для сборной города Наринмара оказался удачным. Болели друг за друга и выступали. Каждый все выдавал, что мог. Команды, что и с нашей, и с нижней, были хорошие ребята. Бои хорошие, плотные бои, там не сказать где-то что-то. Каждый и те боролись до потери пульса, будем говорить, и мы. Биться до победы – правило каждого боксера, считает Роман Абрамов. Чтобы следовать ему на ринге, необходима тщательная подготовка. Тренировка 3 раза в неделю по 1,5 часа, дополнительная нагрузка на уроках физкультуры и, конечно, диета. Вес необходимо держать в рамках весовой категории. Для Романа – не более 48 килограмм. Я держал диету. Ел только гречу, и все, и чай попил, и все, спать сразу же. И сколько так продолжалось? Сколько держал? Держал так 3 дня. Слушал музыку, такую для мотивации специальную. Потом занимался на скорость, на мешках, бил ускорение. После Усинска темп тренировок снижаться не будет. Впереди соревнования в Красном. В декабре туда съедутся спортсмены из поселков округа Наринмара и Архангельска. Валентина Чибичек, Роман Делимарский, телеканал «Север».